5 лет в эфире. Завтра коллектив «Арктик ТВ» отметит день рождения телеканала. Прямые эфиры, открытые студии, авторские фильмы и специальные репортажи. Сегодня корреспонденты редакции готовят для вас более 15 информационных и развлекательных проектов. Теперь с теми, кто работает в кадре и за кадром, вы сможете познакомиться лично. А заодно заглянуть за кулисы, побывать в студии, посмотреть, как снимают новости, как происходит монтаж, увидеть, как выглядела редакция 5 лет назад, узнать, как сложилась жизнь тех, кто принимал непосредственное участие в сборе первых выпусков новостей, а также каким был первый эфир. Смотрите фильм Екатерины Гладышевской «45 тысяч часов» в эфире завтра в 18:30 на Арктик ТВ. Будет интересно. Это наши долгие-долгие коридоры. По ним ходили все первые лица области, вторые, третьи и даже четвертые. Там наша студия, где пишутся все программы, все новости. А чуть дальше у нас сидят операторы эфира.